Хей, йоги, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Fallen Angel, либо Падший Ангел. Окей, короче, у нас с боссом выпал новый предмет, это луч бездны, божественный дар Рамила. Мощный луч энергии, способный выносить целое вражеское войско. Перезарядка 18 секунд. В тот миг, когда оставшиеся у меня силы столкнулись с противником, Рамил рассек гору мощнейшим потоком света. Половину моей войска было погребено под обломками. Вот этот луч. Вот этот луч. Урон у него не очень большой на самом деле. И я нашел, куда мне идти. Вот, оказывается, горы. Я просто сюда думал перепрыгнуть, а там, оказывается, сундук был. Поэтому мне нужно было просто на гору залезть. Вот, короче, что нужно, мне нужно было сделать, чтобы сюда попасть. Так, с этой стороны тоже проход. А, здесь способность. В смысле, чё их так много стало? Не понял. Мне же древо... Вообще было другое. Демоническая выдержка. Демонический облик сохраняется на 50% дольше. Разделенный выстрел. Стрелковое оружие выпускает ДВВ дополнительный снаряд. Это херня. Широкий набор. Позволяет надеть или взять до 4 видов оружия и предметов. Предметы нормально. Хотя. Радиус ближнего боя. Увеличена зона поражения в ближнем бою. Боевой рывок. При рывке противник наносится урон. Атака в воздухе. Ну, блин, это тоже хороший предмет. Что-то... Как-то изменения не очень видны. Как будто меня обманули. Если честно. Подожди, а почему такие стали... Такие способности у меня стали? Сердце бездны. Посмотреть. Есть Господь создал... Так это было. Опа. Священный индекс. Открывает ворота в центральном храме обработки. А, то есть... Тут уже все, да? Нужно преопределять способности. То есть только сюда я мог выбрать. Типа три способности сюда, две способности сюда и две сюда. Ну, посмотрим. Я радиус не вижу. Где он увеличился? Радиус атаки. Хозар пик. Все, да. Бритвенный пик. Нихера себе. А почему его не показывают, этот радиус? Так, ну я понимаю, я туда полететь могу. Так, ладно. Снять. Где мой взрыв? Вот он.
Давайте. Все, он скрыт. Он не может защититься, потому что мой урон. А, видите? Он не может защититься. Они подойти не могут, потому что у меня радиус очень большой. Эх, это имба. Только жалко, что не показывается, как... А, могу войти. Вы представляете, на каком радиусе я могу просто атаковать врага? А под ультой я вообще... С радиусом... Хуево-туево. Блин, если оно бы отображалось, я бы плюс игре поставил еще. А так не показано измененный радиус. Наверное, просто вообще его никто не брал. Кроме меня. А потом, когда я взял такую жесткую имбу. Ладно, погнали. В смысле? В натуре? В этом ключе закодированы какие-то особые данные. Рамил всегда шифрует подобную ерунду. В смысле, чё, арена пустая? Бля, как-то это не очень. Да уж. Что-то дерево... Дерево познаний. Когда просто может драться на безопасном радиусе. Мэри. А, пропащая душа. Гости здесь бывают не так часто. Мир, что оставил нам Создатель, раздирает бедствие. Так что весьма приятно видеть дружественное лицо. Скажи мне, путник, чего ты здесь ищешь? Прибежище? Знаний? Нет ничего совсем другого. Я вижу в твоем сердце счастное пламя. Страстное пламя, которое не загасить. Предупреждаю тебя, незнакомец. Мне доводилось видеть немало тех, чьи желания перерастали в неутолимый голод. Будь осторожен на своем пути, тогда увидишь тропу, ведущую вперед. Я искренне надеюсь, спутник, что ты найдешь то, чего ищешь. И что благодаря этому ты обретешь покой. Нам в царстве твоем не мешает хорошая компания. О, царстве твоем? Это там я в данном... Так давно-давно не бывала. Да, пожалуй, прямиком туда и отправимся. Окей. Что это? Ой, блядь, я дебил. Ну, окей. Почему там не было никого на арене? Здоров, довольно большая... О. Сфера.
Территория здоровая. Габриэль, свое присутствие ты оскверняешь, Эдем. Отступник. Именем Божьим ты не сделаешь больше ни шагу. Хватит зря тратить время на никчемные смертных. Они нас всех погубят. Посмотри, как... каков ты в бою, красавчик. Не суждено облечься в бой Божью мантию. Восстань на мою сторону или умри. Я буду верен Божьему поручению, пока я жив. Ты до сих пор не берешься. Ага. Стоп. Можно, чтобы мне не лагало? Бог не совершает ошибок. Так, а сейчас бы желательно... А, божественный дар Гавриила. Пока не сломается, частица поглощает любые виды полученного урона. Неплохо, слушайте. И начать дамажить. Потом использовать сферу, чтобы быть без получения урона. О, добро пожаловать к нам снова. Убрил меня пугает. Во имя Божие, готовы сжечь все, что шевелится. Как по мне, так все враги только у него в голове. А, скоростила лучше относиться не... Так, не портить. Этот парень на что угодно пойдет, лишь бы преступник прищучить. Все во имя правосудия. Да, только где ж оно, тут правосудие? Так, это вот эти, да, теперь двери открылись, да. Посмотрим, ну, скорее всего... О, стоп. Рад, очень не рад. Не, давай я пока... Всегда приятно быть не один. А, это я могу купить. Ну, у меня такое есть. Так, от полученного урона стоимость. Скорость атаки в ближнем бою. К урону при атаке на расстояние. Считается ли теперь мои атаки на расстоянии? Так, прирост гордости стоимость. Так, 20% скорости перезарядки божественным даром. Увеличит количество трофеев на 100%. При получении урона есть небольшая вероятность того, что этот предмет будет сломан. 50% получаемому урону. При падении здоровья до 35% или ниже, противник наносит на 300% больше урона в ближнем бою. Ну блин, так как у меня как уже два предмета стоит... Мне будет 100% урона, то есть они будут снимать мне по 2, то есть оно ниже 50% не упадет у меня. Понимаете, в чем проблема? Поэтому это для меня не очень хороший предмет. Поэтому для меня это не очень. Намин дает максимальный уровень зона, намин повышает... Так, на 5 секунд дает эффект замедления времени.
лучше пускай у меня будет замедление временем. Хотя, подожди, я, блядь, не знаю, как... заменить. Ладно, давайте... на этом с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я говорю, смотрите, чтобы вы просто вопросы не задавали. У меня есть предметы, вот, 50% получения урона и скорость. Если бы у меня было 5 шкалы, да, хп, тогда бы идеально я бы сразу бы купил этот предмет. Однако у меня 4, то есть... минус 4 хпшки, да, за один удар мне будет. Это минус 50%. То есть следующий удар меня убивает. То есть мне нужно тогда будет скорость убрать, но поставить урон. Но если выбирать между уроном и скоростью, наверное, я возьму скорость. Так как теперь у нас радиус довольно большой, где-то вот сюда вот. Вот сюда вот он достает. Поэтому ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем... короче, кажется, это Богоматерь, хотя нет. Хер его знает. А это похоже на Иисуса. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. А тут мужик, который стоит на входной, который Иисей, вот этот, с таблицами был. Подожди, или вы и так Иисей зовут? Не помню. Но не в суть. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.